И всем привет, подписчики, и привет, случайный зритель. С вами, как всегда, Алонсо Капелло. И как многие знают, на Black Rush добавили такую функцию, как зимний дрифт. И сегодня я вам покажу три самых дрифтовых тачки на Black Rush. Ну и по традиции, в этом видео я устраиваю конкурс на 1 миллион рублей. Тебе всего лишь нужно быть подписанным на мой канал, поставить лайк под это видео и прожать колокольчик. После чего спуститься в комментарии и написать хэштег «Участвуй», свой ник и сервер. И может быть именно ты выиграешь 1 миллион. Ну а победитель с прошлого конкурса уже в группе ВКонтакте. Ссылочка на нее будет в описании. Ну а если мы под этим видео соберем 1000 лайков, то я сразу начну делать следующее видео. И я вам обещаю, что оно вам очень сильно понравится, ведь оно будет по тематике Сампа и о новом проекте. Ну а если ты хочешь со мной поиграть, то давай беги в описание, скачивай Black Rush по ссылочке, регистрируйся на первом красном сервере на мой ник Алонсо Капелло, и при достижении второго уровня вводи мой топовый промокод Алонсо. Это даст тебе денег на начальную игру, и когда ты меня встретишь на карте, я тебе еще сверху насыплю денюшек. Ну а мы летим к видосику, ведь вас там ждут три топовых тачки для дрифта. Всем приятного просмотра! Я решил сделать подборочку из трех автосалонов и выбрать по одной машине из каждого автосалона и посмотреть, в принципе, как они будут дрифтить. И первое заслуженное место из самого высокого автосалона я отдаю Макларену. Вы только посмотрите на это. Из-за своей большой скорости этот автомобиль легко входит в занос, ну в принципе с функцией для дрифта. Ну и он легко держится в этом, у нее есть баланс, и поэтому она заслужила свое первое место. А мы летим ко второму месту, и оно тоже не настолько плохое. Ну и для второго места я выбрал такой автомобиль, как Бэху. Ну, не вот эту, конечно же, а вот эту. И давайте же посмотрим, как она выдает боком. Ну и что я могу сказать по поводу этой Бэхи? В отличие от Макларена, она потяжелее и задик у нее легче идет. Так что в принципе за один лямчик, чтобы дать боком, ее можно взять. Ну а мы приступаем к третьему почетному месту. Ну и третье место самого низкого автосалона у нас занимает самая известная машина на сервере, которую недооценивают сейчас вообще. Это BMW M3 E30. И давайте же посмотрим, как она валит боком. Могу сказать, что с предыдущими нашими претендентами эта машинка более слабая. Но если ей вкачать стейдж 3 и еще добавить нитруху, то я уверен, она даст такого угла, что вы еще не видели. Короче, это довольно стоящая машинка, чтобы дать боком. Ну и все, ребятки, мы подходим к концу этого ролика. Я составил небольшой топчик такой, в принципе, со всех автосалонов. И я думаю, он зайдет для каждого, для бедного, для среднего или для миллионера. Ведь 300 тысяч, миллион или же 16 миллионов для каждого это разная сумма. Для кого-то миллион это много, а для кого-то и 16 миллионов это много. А для кого-то вообще 300 тысяч это тоже много, но для кого 300к много, я даже себе не представляю. Ну а с вами был ваш Алонсо Капелло. Всем удачи и всем пока.